Всем добрейшая утречка, нахожусь в Германии, он сзади Икея, спросите, типа, что на Икею начал ездить? Не, ребят, не начал, стою на промке здесь, короче, такая промка, да, чтобы не сбили, стою как-то вот так вот, неудобно, но я выгрузился отсюда, получается, 7 километров, и диспетчер вчера сказал, что буду искать загрузку тебя на Польшу, так как мое величество уже давно, как, сколько, уже 7 недель в Польше не был. Поэтому поедем на Польшу. Здесь промка довольно-таки неплохая. У нас есть халявный Wi-Fi от Икеи туда дальше. Метров 500, есть туалет, есть душ. Ну, проблема с душем одна, он холодный. Но мне ничего вчера не помешало сходить в нем помыться. Что же, стоя в 23 часа 16 минут, кто не верит, вот смотрите, уже 4 минутки на молотках стою. Дали мне загрузку, вроде как завод Mercedes. Ну и потом, естественно, поедем на Польшу. Коллега едет навстречу, он едет парковаться, а я уезжаю. До загрузки 100 километров, загрузка 8 утра. Завтра можно было бы, конечно, выехать и завтра с утра. Ну нафига, лучше я сегодня проеду чутка, а завтра больше посплю. Так что так, погнали, короче. Ехаем, мы ехаем, и вон опять в пробку мы приехаем. Короче, только что одну большую пробку отстоял, но ничего не снимал, потому что с коллегой по телефону балаболил. И все, вот она вторая. До загрузки 28 километров, короче, не знаю. Что-то мне подсказывает, что на заводе на промке места там не будет. Но, как всегда, надеемся на лучшее, двигаемся дальше. Прибыл, короче, по месту назначения. Короче, паркинг я смотрел, здесь есть, но частиком эти паркинги забиты. Но мне, ребят, фартануло. Короче, когда я заехал, вообще ни одного места не было. Три круга сделал по паркингу. Это освободилось, где я стою. Оно как бы не очень. Здесь, видите, прицеп у меня стоит без машин. Да ладно. И вон еще одно освободилось. Сейчас думаю, может туда поехать. Хотя ладно, уже здесь я останусь. Так что так, сейчас поштурмую Google, посмотрю, может здесь есть такой душ, схожу помоюсь, похаваю, ну и потихоньку, хотя время еще только 5:55, ладно, посмотрим, короче, ну, а вам до завтра, короче, так как-то так. Ну вот и наступило утро, сходил я уже на офис, надавали мне, короче, таких вот бумажек, короче, отстоял я очередь, наверное, минут 40 почти. Дали, короче, карту и, короче, опять это еще одну, в одну очередь идти. Короче, вообще непонятки, ничего не написано, не расписано, короче, жесть. Ну ладно, будем что-то пытаться делать сейчас, короче. Две минутки же на молотках, еще минутку, вон опять 14:13 паузы, короче, эта неделя такая, релакс у меня. Так что так, ладно, едем разбираться, где что, как, зачем, почему. Ну, вон они, новенькие мерседесики стоят. А я катаюсь, ребята, экскурсия по заводу, короче. Потому что на офисе нарисовали, да бы что, я уже, короче, в трех местах побыл. Хорошо, что русскоязычные везде есть. Нашел русскоязычных, и мне уже объяснили, куда надо ехать. Но опять же, я не знаю, точно это или нет, потому что во втором месте мне тоже вроде объяснили, как ехать, и я думал, уже все нормально. Но так мне надо вот куда-то вот сюда. Кстати, возможно, здесь загрузка будет с левой стороны. Вот у меня пропуска, блядь, ну давай же едь. Что я могу сказать? Короче, спустя 3,5 часа наконец-то меня загрузили. Ничем не удивлен, то, что загрузка петушиная, а все потому, что мы едем на Польшу. Каждый раз такая фигня. Вот эти палеты я поначалу начал, что-то кинул ремень, думал их покрепить, постягивать немного, но потом чувак на погрузчике говорит, ну не надо, типа, второй и крайний, типа, стянешь и все. Но я здесь вот эту одиночку стянул и вот эту. Как-то так вот все получилось. Ну, здесь, естественно, крест-накрест, чтобы сзади им пошло. Он мне предлагал поставить сюда палеты. Я ему говорю, блин, а как мне готовить, короче, уикенд? Он говорит, ладно, типа, поставлю один посередине. Как-то так, ребят, еле закрыли крышу, потому что я ее поднимал, видите, оно все впритык, короче, крышу опустил полностью, и потом он просто подталкивал. Ну, короче, хреновая загрузка, не нравится мне. Ну, да ладно, нравится, не нравится, спи, моя красавица, говорится. Так что сейчас буду ставить доски, закрывать штору. Документы мне уже отдали и буду стартовать. Покинул я, ребятушки, завод, и даже их можете увидеть. Покидаю паркинг. Я уже успел стоять 45 минут. Похавал супчика, замутился чайков в дорожку, помыл яблочко и трогаемся дальше. Короче, до Польши мне 500 километров. А до места, на которое я хочу стать, это громадка 550.
А езды, сколько у нас езды? 7 часов, поэтому, короче, я вот даже и не знаю, получится, не получится. Но большую часть дороги, ну, точнее, половину шестерки дороги я проехал. Сейчас должны уже появиться места, где обгон разрешен. Надеюсь, пробок не будет. И, ребятки, все будет ништяк. Поэтому так. Вот, спасибо огромное, коллеги. Спасибо, дружище. Не забываем моргнуть еще, отблагодарить. О, поляк. Скорее всего, наш. И все, ну, короче, двигаемся дальше. По поводу загрузки. Загрузка мне особо не понравилась, потому что на офисе быдло сидело, реально быдло, чувак, которому вообще по барабану. Ему абы быстрее ты отколупался от него, и все. Нарисовал мне карту, ткнул, короче, говорится, пальцем небо, говорит, едь туда. Ну и все, я поехал. В итоге 50 минут искал, где мне грузиться. После чего с горем пополам загрузились, вы видели чем. Выехал, думаю, схожу в душ. На заводе, короче, на весь завод одна кабинка с душем, и то с холодной водой. Не забываем, одна кабинка, ну и с холодной водой. Ну, то, что холодная вода, это реально неуважение к водителю. Ну, да ладно, то, что на фирме нас не уважают, на Мерседесе, там, водителей. Ну, хотя бы, коллеги, друг друга уважайте. Короче, я решил сходить в душ, я как бы холодной воды не боюсь. Думаю, ладно, пойду схожу. Так я пришел, там какое-то чучело. Просто, короче, решила постираться. Я ждал 20 минут, а он стирается, и все. Я, короче, там матами его обложил нормальными такими. Я надеюсь, что он меня понял. И все. Ну, нельзя так делать. Если одна кабинка по берегу, зашел, обмылся и ушел. Не надо этими стирками заниматься в душе. Блин, на выходных стирайте, в стиральных машинах стирайте. Не так оно уже и дорого. Экономисты хреновы. Как-то так. Ладно, я двигаюсь дальше, но чуть позже вы уже, наверное, узнаете. В следующий раз, скорее всего, уже включусь в Польшу. Ну, либо, может, по дороге что интересное произойдет. Поэтому летим на Польшу. Пока слабенько. 85 идем. Ну, да ладно, хотя бы 85. Я на паузу стал, мы вообще 75 ехали. Поэтому я проехал там 3 часа. Можно было еще немножко протянуть. Но, думаю, нафиг надо, короче, парканулся. Так что двигаемся дальше. Доброе утро. На часах без 25. И я покидаю паркинг. Паркинг где? Паркинг в Германии. Почему в Германии? Расскажу чуть позже. Так что так. Двигаемся дальше. До выгрузки осталось 3 пятерочки. Ровно 565 километров. Не верите? Смотрите. Короче, ладно. Поехали, как говорится. Ребят, проехал я Дрезден, выезжаю, где я называю финишная прямая, 100 километров, короче, до Польши. Время за бортом у нас плюс 8, время 6:12. В принципе, идем нормально, относительно нормально, даже на ремонтах, ну, меньше 80 не ехали, это радует. Хотя ночью куда меньше на ремонтах ехать. Почему я вчера не поехал в Польшу? Ребят, не поехал все из-за того, что у меня получалось 3:40. Да, 3:40 у меня общего времени оставалось. То есть это с пятнашкой. И мне 277 километров именно это до съезда на паркинг было. Плюс еще мне по пути надо будет заехать на заправку, отдать СМРки. Это еще плюс километров 5, наверное. Итого вот берем 277 и накидываем... Ну, десяточку смело можно накидывать, это ЦМРки съехать, завести, ну и парк, ой, и место на паркинге найти. Плюс ко всему я парковался бы в 11:15, ой, где-то в 11 часов вечера. Места вроде на громадке всегда есть, но, знаете, на последнее время, как говорится, овчинка выделки не стоит. Это, короче, беспонтовый риск был, поэтому я решил встать там, я в 7 часов вечера встал, смену закрыл. Короче, там 9:40 я вроде отстоял и потихоньку поехал. Поэтому как-то так. Вот и все. Двигаемся дальше. А сейчас, кстати, как раз приеду и посмотрю, успел бы я или нет. Но это с тем расчетом, то, что я выезжал в 5 утра. То есть вы должны понимать, то, что это суббота. Трафик гораздо меньше, чем вчера был. Покидаем паркинг. А почему мы покидаем паркинг? Да потому что, короче, меня приперло в туалет. По-мелкому. Да плюс-то последний паркинг в Германии. А страну надо не забывать открывать. Поэтому заехал, открыл Польшу. И вот все, двигаемся дальше. Блин, забыл записать. Ну то ладно, короче, как-то так. Ну что, в Польше, кстати, ребят, там будет одна заправка. Она там вроде через 5 километров. Но, блин, там пока прощемишься, неудобная заправка. А здесь, как говорится, чисто так. Заехал, выехал по берегу и все. Вон, все летят, Польшу, Польшу.
пускай, блин. Все, так что двигаемся дальше, короче. Все, ребята, ЦМР-ки сдал. Следующая остановка — Громадка, которая будет через 10 километров. В данный момент мы были, вот, заправочка Орлен. Здесь мы оставляем свои ЦМР-очки. Давно я здесь не оставлял. Я уже, честно, даже сейчас оставил. Думаю, да вообще мы их оставляем сейчас здесь или нет? Я хрен его знает, короче, там вот дальше. Платный паркинг. Ну, в принципе, нормальный паркинг. Я на нем когда один разок тусовался. Так, давайте, давайте, разъезжаемся, да я поехал. Так, ладно, как повторюсь, следующая остановка — Громадка. Вот она, Громадочка, давненько я здесь не был, очень давно я здесь не был, реально. Все, короче, ребят, то, что я говорил-то, помните, что у меня было бы 3:40 общего времени. Итого было потрачено, но это опять же, я еще не стал. Уже потрачено 3:21. Поэтому я не жалею, что я не рискнул. Вот так, ну, короче, молодец я, что стал, потому что так бы, не дай бог, где-нибудь какой-нибудь затор такой небольшой или два, и все, капут, приехали, получилось бы. Потому что не забывайте, я сегодня ехал мало того, что утром рано, плюс ко всему, сегодня еще и суббота. Поэтому как-то так. Вот сейчас заедем на АЭСочку, на свою родненькую. Заправимся до полненьких, закроем топливную карту. И все, пойдем в Бедренку. Как-то так. Так что, ну-ка, что там у нас? Вот тут я постоянно стою, если что. Ну, ладно. Короче, осталось выбрать правильную колонку. Заправился, короче. Заправил 580 литров дизеля. Полтинник от Blue. И все. Следующая остановка — это душ. Кстати, хорошо, что я не поехал на Громадку. Видите, аж даже 10-тонник вон где, блин, стоит. Поэтому чувствую, вчера здесь мест было, ребятки, не особо много. И стоял бы я где-нибудь вот такой вот лужи, вот таких бы ямках, нафиг оно надо. Поэтому, в принципе, ни грамму не жалею, что так сделал. Так, все, тачка пищит, говорит, пристегивайся. Ну, короче, едем в душ. Душ, короче, занят. Ну и поэтому, дабы время зря не терять, сейчас поедем, съездим в Бедренку, затаримся. Как раз там получается до стою 45 минут. Ну и все. А потом приедем назад сюда в душ. Значит, других вариантов нет. То, что там реально, ребятки, колейка. Не пристегиваюсь я, короче, здесь по Польше, когда езжу. Ну, в принципе, здесь 100 метров туда, 100 метров обратно. Потому что так. Вот, шелочка, заправка, которая вечно, постоянно она забита. Ну, все. Значит, так, ну а мы едем в Бедренку. Так, вот она, наша Бедреночка. А что это там, шлагбаум поставили? Нифига себе. А что это за хрень такая? Ладно, сейчас будем разбираться. Все, короче, в душ я сходил. По времени уже, блин, ну время уже до хрена, ребятки, я здесь тусуюсь. Но все равно нужно поделать все свои дела. Сейчас нужно, короче, заправить баллоны, купить газовых баллончиков еще в плитку. Поэтому вот здесь вот как бы такой магазинчик, типа маленький трек-шоп, но здесь не было. Короче, он меня отправил на Бедренку. На Бедренке, кстати, почему я не снимал? Да все под... Так, куда ты хочешь ехать, блядь? Включи эти повороты, блядь. Тоже, блядь, что это? Литовское говно, блядь. А, извиняйте тех, кто на Литву работает, но это, блядь, такой дядька... Блядь, рассеянный с улицы бассейна, вот так вот, проще сказать. А, говорю, на Бедренке, короче, говорю, шлагбаум поставили, поэтому я не стал разбираться, где там чего, куда. Поэтому, чтобы вы понимали, я не снимал, что купил, затарился я на 290 злотых. Возможно, когда буду разглаживать, все покажу. Все, потому что стоял под знаком, короче, ну, в хреновеньком месте. Как-то так, ладно, сейчас, короче, едем заправлять баллон, потом все же по ходу расскажу. А поедем его заправлять вот сюда, на Орлен, вон он там слева. Так что, двигаемся. Все, короче, ребят, отстрелялся. Такой вот бардак здесь, все, короче, все кто так, в угриком, как говорится. Заправил баллон, взял еще 4 газовых баллончика себе. Кстати, газ подорожал в Европе.
Ай, короче, если когда я заезжал на каденцию, например, 30 злотых стоило заправить баллон газовый, 3-литровый, то в данный момент уже полтинник. Ну, мы же метроху нагрели, но опять же, никуда не денешься, я без баллона не могу. Хоть и вроде мультиварка есть, но, блин, все равно, баллон, он и в Африке баллон. Его можно включить, о, бляха-муха, крест у них есть такой. Ладно, уже хотелось крест еще на лобовое купить, ну ладно, уже, как говорится, в следующий раз. На следующую каденцию возьму. И так на это много потратился. Еще не знаю, сколько за тачку высчитают. То, что я ее с двух сторон, как говорится, подрыхтовал. Так что так, 278 км до выгрузки. Но я до выгрузки не поеду. Вот здесь такой движ, блин. На автобане такого движа нет. Короче, как-то так, ладненько. Сейчас двигаемся дальше. Потом уже еще что-нибудь рассказать.